Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про выбор сортов винограда для домашнего виноделия. Под домашним виноделием я понимаю производство вина в домашних условиях исключительно для своего собственного потребления, то есть не в коммерческих целях, но понятно, что не в очень большом количестве. И, конечно, по вашим просьбам я расскажу свой опыт, почему мы отказались от некоторых сортов, ну и от каких. Итак, начнем. Первое, самое важное условие. Виноград должен не просто расти в вашем регионе, он еще должен и созревать. Потому что залог хорошего вина – это созревший виноград. И вспомним всеми любимую, нелюбимую Изабеллу. Растет она повсеместно, но вызревает далеко не везде. Поэтому обязательно ориентируйтесь на то, чтобы этот виноград у вас созревал. И здесь я советую не опираться на... Во многих описаниях, например, в интернет-магазинах указано средний, ранний, ранний. Так вот, у многих ранний, причем я даже вот для Беларуси встречала, написано, если посмотреть дальше описание, под ранним подразумевается 130-140 дней. Нет, для Беларуси, конкретно для Минской области, это уже поздний. 140 дней срок созревания, у меня такой виноград сидит в теплице. 130, ну еще на улице при стеночке может созревать. В принципе, 125 это последнее, на что мы ориентируемся при высадке в открытом грунте. Конечно, если у вас есть теплицы и вы не против посадить там виноград, то здесь вы можете брать и более поздние сорта. Почему бы и нет? Дальше, на что еще обратить внимание, кроме срока созревания? Ну, понятно, есть определенные вкусовые качества, можно обращать внимание на аромат, мускат, либо там еще что-то. Хотя, я вам скажу честно, во многих, например, тех же литовских сортах есть описание лабрусковый аромат, ну, лабрусковый – это изобельный аромат. Аромат, который характерен для Витис Лабруска, так вот, далеко не везде он действительно лабрусковый. Например, та же Едвига Галюнаса, очень много про нее читала отзывов, что вот такой вкус специфический. Конкретно попробовав, я скажу, что там лабруска сильно не пахнет. Да, там есть терпкость, есть медовый аромат, но как таковой лабруски там нет. То есть на аромат, конечно, можно опираться, но в таком случае желательно где-то почитать еще на форумах, а не просто посмотреть описание. Это что касается аромата. Дальше нам надо соразмерить наши желания и возможности. Что я имею в виду? У всех у нас разные участки. Ну и в принципе, кто-то собирается и готов посадить 10 кустов, кто-то готов посадить только 1-2 куста. Либо у одного есть 15-20 соток, у другого дачный участок 6 соток, где уже стоит домик, банька, беседочка, барбекю, что-то еще. То есть, понимаем, уже у нас земельки остается немножко. А у кого-то вообще есть, допустим, в Беларуси дачные участки по 4,5 сотки, где также стоит домик, банька, сарайчик, ну и так далее. Понимаем, да, что земли у нас немного и сильно размахнуться мы не можем. Ну, либо не хотим, мы хотим посадить 1-2 куста. И здесь есть смысл обратить внимание на урожайность. Те же сорта, которые пригодны для производства вина, они делятся на два типа. То есть есть чисто винные сорта и есть универсальные. Так вот, как правило, чисто винные сорта, они имеют невысокую урожайность. Они имеют маленькую гроздь, этих гроздей может быть немного, и, соответственно, урожая получите вы немного. То есть, если вы такой куст садите один, вы получаете с него, допустим, 5-6 килограмм ягод, это там 5-4 литра вина. Ну, если вам этого достаточно, вам этого достаточно. Просто я все пропускаю через себя, и когда-то я обращала внимание только там на сахар, на сроки созревания, а потом пришла к такому выводу, что для меня важна урожайность. Ну, нет у меня таких площадей, чтобы все засадить вот этим вот малоурожайным сортом и с него собирать, ну, хоть что-то, чего бы мне хватило. И вот в таких случаях есть смысл рассмотреть именно
универсальные сорта, поскольку универсальные сорта, они все-таки более урожайные. Ну вот приведу пример. Та же зелга, гроздь в среднем у меня было 400 грамм, то есть 300-400 грамм. До 4 гроздей на ветке может выдавать. И конкретно, допустим, я в прошлом году с куста зелги у меня было 30 килограмм винограда. В принципе, это вам даже может, если вы собираетесь вообще в небольшом количестве делать вино, вам это вполне может хватить, то есть одного куста, либо там двух таких кустов. Но при этом, опять же, та же зилга, например, да, вроде бы она имеет такой немножко изабельный вкус, но, честно говорю, в вине он абсолютно не чувствуется, получается очень вкусное, приятное вино, но без изабельного аромата. То есть изабельный аромат там особо не ощущается. То есть вот на это тоже стоит обратить внимание, на урожайность. Ну и, конечно, сейчас тут же привожу пример. Когда-то мы завели бьянку несколько лет назад, ну, на самом деле не несколько, уже порядком, то есть посмотрели, вот мы как раз-таки ориентировались. Винный сорт, бьянка, такое популярное название. Все хорошо, посадили. Кстати, у бьянки 120 дней. Конечно, даже на одном участке один и тот же сорт винограда может расти по-разному. Где-то может ветром продуваться, где-то может питания не хватать, и поэтому один куст может полностью созревать и вызревать, а другой не очень. Но дело в том, что бьянка у нас сидела при стенке. То есть все остальные, например, винограды, которые сидят рядом, они себя там чувствуют не просто комфортно, а очень комфортно. То есть там созданы, ну, практически тепличные условия. Но бьянка упорно не хотела созревать. Притом там даже о перегрузке не идет речь. Вот такие вот малюпасенькие гроздочки, да, очень красиво, ягодки такие очень красивые, но она не созревала. Первый год, я не помню, наверное, в середине октября, может быть, даже позже мы сняли урожай, посмотрели на второй год, ну, приблизительно так же. То есть почему-то она оказалась вот неподходящей для наших условий, что-то ей не нравилось, ну, и мы от нее избавились. И если еще со сроками созревания можно было бы как-то стараться что-то с ней сделать, то вот такие вот две маленькие гроздочки иметь, ну, абсолютно нет смысла. Такая же история была и с кристаллом. Ну, похоже. Кристалл мы купили, посадили, но оказался это пересорт, совсем не кристалл. И когда мы поняли, что это совсем не кристалл, то решили, ну, значит, кристалл надо завести. Тоже сорт очень на слуху, белый для для вина, очень сладкий, все хорошо. Но потом уже, скажем так, наколовшись с бьянкой, посмотрели характеристики, там тоже очень маленькая гроздь. И посчитали для себя, ну, просто нецелесообразным садить такой виноград при нашем, скажем так, недостатке земли. Мы решили, что мы его заводить не будем. Кстати, мой любимый реформ, про который я всегда рассказываю, на нем тоже висел вопрос об удалении. Ну вот здесь как бы почему. Дело в том, что грозди небольшая, хотя в этом году я показывала средняя 200 грамм, 2 грозди на ветке, максимальная 260. Ну, с куста где-то 6-7 килограмм мы снимаем. В сравнении с зелгой с 30, ну, понимаете. Ну, ладно, с одной стороны, невысокая урожайность, но реформ у нас, например, он очень-очень ранний. В наших условиях, в Минской области, он созревает уже к 1 сентября, он полностью готов, а остальным надо еще немножко повисеть. То есть я реформ всегда оставлю отдельно, и получается вот эта вот небольшая бутыль ни туда, ни сюда. И встал вопрос именно по этой причине, что, может быть, его убрать. Но все-таки мы решили его оставить, не то что оставить, а перенести на родительский участок, там уже посадить несколько кустов. То есть сорт просто великолепный, дает шикарное вино, у него свой высокий уровень сахара, 25%, ничего абсолютно добавлять не надо. Ставлю я его, несмотря на то, что он белый, по красному типу, и вино потом имеет легкий грушевый аромат, очень приятный.
Ну вот его минус — не очень высокая урожайность. Например, когда у меня кто-то спрашивает реформ, я рекомендую посадить несколько кустов. Получите удовольствие колоссальное, однако вот урожайность не очень большая. И, например, если вы планируете садить только один куст, то в таком случае посмотрите какой-то сорт, ну, более урожайный. Вот для примера я приводила ту же зелгу, которая может давать 30 килограмм с куста. А это все-таки разница, согласитесь. То есть тут надо соизмерять свои возможности и свои желания. На что еще следовало бы обратить внимание все-таки, это на устойчивость к заболеваниям. Конечно, для того, чтобы виноград рос хорошо, все равно какие-то профилактические обработки проводить надо. Это не обязательно могут быть химические препараты, может что-то еще. Опять же, зависит от того, в каком регионе вы живете, потому что в разных регионах заболеваемость винограда, она может быть разная, и вредители могут быть разные. Но, тем не менее, хотя бы вот базовые устойчивость к аидиуму и мильдию, я считаю, особенно для начинающего виноградаря, есть смысл посмотреть. Конечно, если вы выберете устойчивый сорт, никто не дает вам гарантии, что растение совсем не заболеет. Ну, почему? Оно может быть ослаблено, например, ему может не хватать питания, и поэтому оно будет цеплять заболевание. Хотя и растения, которые, казалось бы, по характеристикам не очень устойчивы, слабо устойчивы, при хорошем уходе они могут не так сильно болеть, особенно если там место хорошее, созданы хорошие условия для его произрастания. Но мы понимаем, что здесь есть определенный риск. То есть, если мы изначально выбираем более устойчивые сорта, рисков у нас меньше. Если мы выбираем сорта слабоустойчивые, рисков у нас больше. Например, ну тут я уже приведу пример столового сорта Алешенькин. Ну, Алешенькин очень сильно болеет, несмотря на все обработки, несмотря на все танцы с бубнами вокруг него, он очень сильно болеет, и, как правило, пик заболеваемости именно у нас приходится на период активного созревания урожая, когда проводить какие-то обработки уже поздно. И поэтому, ну, мы считаем для себя этот сорт не самым лучшим и будем убирать. Вместе с тем, я знаю регионы, где Алешенькин прекрасно себя чувствует, не особо болеет. Может, место ему там не нравится, там немножко сквознячок. Ну, то есть мы для себя приняли такое решение и сконцентрировались на сортах более устойчивых. Ну, по устойчивости, конечно, очень хороши это сорта литовской селекции и сорта американской селекции. Там хорошая устойчивость и к морозу, и там хорошая устойчивость к заболеваниям. Но, кстати, по устойчивости к морозу, тут у меня, как бы, ну, скажем, противоположное мнение. То есть мы для себя опытным путем пришли к тому, что укрывать на зиму мы будем все. Дело в том, что, например, наши белорусские зимы, они очень нестабильны. И бывает, что растение сильно ослабляется, оно не погибает полностью, но сильно ослабляется не по причине сильных морозов, а потому что вот эти перепады все время тепло-холод, 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 особенно, например, февраль, да, бывает и в январе такое. 2 года назад у нас зима, в принципе, наступила там 4-5 января, только выпал снег, а еще 1-2 января в лесу лисички росли. То есть вот такая была затяжная зима, и мы для себя пришли к выводу, что нам проще все накрыть. Хотя изначально мы вообще все выбирали, нам не укрывное, нам не укрывное. Но потом пришли к выводу, что мы рисковать не хотим. Если вы не хотите накрывать, ну это ваше желание, ваше право, можете вы выбирать наиболее морозоустойчивые сорта. Но помните, что морозоустойчивость будет очень сильно снижаться вот при таких колебаниях температур. Конечно, где-то зимы могут быть стабильные, и там у вас все будет хорошо, но это риск,
И в данном случае, например, мы не рискуем. И на этот критерий не опираемся. Но если для вас это важно, вы укрывать не хотите, то, конечно, обратите внимание на этот параметр. И в завершение, что еще хотелось бы сказать, что все, что я сегодня сказала, это не для профессиональных виноделов, это для любителей, для дачников, для тех, у кого небольшие участки, для тех, кто только начинает знакомиться с культурой винограда. Ну и, в общем-то, я вам расписала основные критерии выбора, на которые есть смысл опираться и сопоставлять ваши возможности и ваши желания. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю ссылку на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов, в том числе универсальных, которые мы используем для приготовления домашнего вина. Ну и до новых встреч. Пока!